Сейчас погоди, весь бардак. Здравствуйте, принесу. Это канал Максимадзе, это и Андрей. И тут, короче, начинается серия с того, что Андрей сделал два железных сундука и перекладывает в них вещи. Тогда пусть переложит еще и стекло. Ну ты мне вещи-то подавай как-нибудь. Так, все, что мне не надо из инвентаря, я буду выбрасывать туда сундуки. Вот это мне не надо, это мне не надо. Это тоже не надо. Это сколько кирпичи места, не надо. Это не надо. Это не надо. В одном сундуке сколько, блин, места? Прикинь, да? Так. Ой, блин! Так, ну и землю больше сюда вообще не тянуло. Так, короче, я жду тебя в постели. Звучало двусмысленно. Я жду тебя в постели. Боже мой. Ой, господи, как я это сказал, а? Осуждаю. Да. Такое. О, Рамштайн у меня играет. Ну, главное, чтобы он не играл на видео. У меня, кстати, так, отлично. В этой серии я буду продолжать строительство дома. И будем делать полноценный первый этаж. Так, я возьму пару стаков. Пару стаков чего? Акациевых досок. Ну ладно. Так, надо железо еще взять. Так, надо еще железо вот так же сделать. Это будет вход так. В подвал. А что у нас еще туда можно закинуть было бы? Слушай, где у нас пустое ведро? Что-то их два было. А, одно с где-то водой, в сундуках были ведра. Так, ладно. Будем позже разбираться с этим всем делом. Пока. Хотя не, они будут не дома стоять, а они должны вот быть. По идее, у нас железные сундуки. Так, пока железные туда кинем. Так, ладно, пока нам надо дерево опять идти добывать. Так, пока будет так. Ну, но здесь где-то, скорее всего, будет проход на второй этаж. Так, палки. Палки-копалки. Два топора создал, потому что у меня... Блин, а еды у меня нету. А еда есть, все. Вопрос решили с едой. Все-таки есть. Чего есть? Еда. Я бы сказал, да не буду. Короче, можно было сказать. Так, ладно. Надо дальше идти дубы рубить. Дубы. Темные. О, нифига, вот это дуб. Прям мощно, мощно. Вот так немножко сделаю. Вау, нифига тут сколько выпало. Почти стак дерева выпал с него. И то я еще не собрал ни шиша. Обожаю такое, когда дерево так много падает на меня. Инвентарь. Блин, столько еще всяких саженцев надо будет сейчас поубирать. Сундук. Так, вот здесь проделаем это. Так, сейчас будем крафтить досточки. Дощечки, дощечки, дощечки. А здесь где-то сделаем проход на второй этаж. Так, отсюда
Еду надо взять. О, наконец-то переплавило. Так, у меня осталось 15 минут, напомню, если что, сейчас погоди, приду. Думаю, хватит на серию. Так, что бы тут поставить? А, придумал, как сделать. Лестница все-таки здесь одна будет. Там кусок доски остался. Кусочек доски тут остался. Ой, блин. Так, теперь мне надо сделать. Короче, так, у меня верстак тут есть, я поставлю его туда. Так, получается, нам что надо сделать? Остается. А, камень, точно, каменные кирпичи. Я шел делать. Межпол шел делать. Можешь срубить темного дуба? Мне сейчас надо будет его, чтобы для крыши. Древесина именно нужна или это? Да, древесины. Так, ну ладно, я все. Темный дуб где-то за твоим домом как раз таки. Ну ладно, мне спорить. Тоже. Мне самому нужен этот дуб темный. Для дверей. Так, так, ох, его так, много так. Выпало. Так. О, как красиво сундуки встали. Блин, а нет. Встали. А, да уж, я еще тот, блин, щитовод. Прям ровно не могу. Ладно, сейчас будем дальше это управлять свой косяк. Так, с одной стороны 2, с другой стороны 3 его влезло. Как-то вот прям глазу аж больно на это смотреть. А, 15 штук, ладно, пусть будут у меня, а 64, которые вот я набрал, тебе отдам. Ну, только ладно, где вот ты, я не знаю. А, вот ты где. Я на складе. Я мне все надо. Увидел. О, ничего себе, склад у тебя, конечно. На, держи дуб. Сейчас. Да склад-то маленький вообще сейчас. Еще неизвестно, сколько мы ресурсов будем копать. Потому что у нас автокарьер же скоро будет. Ну, как сказать, скоро. Нам надо еще попустить для этого. Ступеньки надо сделать. Ступеньки. Так, а ты куда скинул? А, вот он дуб, вижу. Так, стак, я думаю, мне должно будет хватить. Кнопка не нужна мне. Пока что. Как по мне, выглядит очень красиво. Да. Простая коробочка. Только здесь я крышу буду еще из полублоков делать. Ну окей. С
спуск в подвал уже есть, но самого подвала нету пока. Так, мне нужно еще. Так, мне нужно еще еловая древесина. О, акация выросла сверху. Акациевые доски. Так, надо, кстати, это древесину оставить. А где это еловая это древесина? Я че? А у меня кончилась она, что ли, уже? Видимо, да. А, ну ладно. Тем временем надо создавать сундуки Надо посадить еще ели. Надо за дубом тебя еще раз отправить, пожалуйста. Да ты угораешь, я тебе до хрена дал, тебе что, не хватает? Этого мало, что ли, оказалось? Немножко, да. Как печально. Посадил пару елей я, пусть вырастают. Карьерный рост. Но пока они растут, мне надо будет снова сходить в еловый лес. Ой, Телепортироваться туда. блин. Я задел колечко А это мышки. обычный дуб, по-моему. Вообще, любую древесину мне надо Обычный, обычный, это, разобраться. по-моему, дуб. С темного дуба больше выпадает, поэтому я выберу его. Ай. Только топорик, оно сильно сожрет меня. Так, что у нас здесь по урожаю? Пока еще рано собирать что-либо. Оба, 36, золото так, бегающее. 36 штук, я думаю, этого тебе будет мало. Ну ты собирай прям максимально побольше. Ну что Я сундуки просто в еловый лес окажутся. сейчас отправиться еще хочу. Ну, о, как раз Все. это, притащи любые древесины меня, просто в большом Так, количестве, это у так. меня топорик сломался, надо новый. Странно, что с Дерево не этого дока... делать? Ой, кобальт. Сейчас примем бой один на один. Блин, одно сдало, это всего лишь выпало с двух этих. Ага, так, ладно. Булыжника у нас нет случайно еще? Может и есть, не знаю. Булыжника очень много надо, у меня нет булыжника, в принципе. Так. Так, давай поспим, потому что Да. надо спать срочно. Срочно. Все, дальше полетели. Работу работать. Дерево в сундук брось, ладно. Да, я скинул, короче, дерево в железный сундук. Так, а сейчас я отправляюсь пока в еловый лес. Мне опять ель нужна. Так, а камни нет? А, стоп, рановато я. Поторопился, возвращаюсь домой. У меня же нет топора. Он же Топора. сломался. Топора, да. А вот у меня нету булыжника. У тебя булыжника нет случайно? Одна штучка всего. Блин. Так, Ладно, железо идем надо катать мне. булыжник. Где же Вот здесь железо. булыжника сейчас побольше бы? Надо найти... О, красный лес какой-то. В расход лопату. Рано. Так, Надо полку соки. сделать. А, лопаты-то у меня и нету вообще. Лопату сделаешь? Ладно, мне еще, пожалуйста. Сейчас. Как раз одна штучка еще есть. И две палочки ровно на лопату. Так. Где ты тут? Где тебе дать лопату? Ну, ты посмотри по карте, где я тут на А, болоте, вот, можно сказать. вижу. Голова Стива, значит, это ты. Ничего себе ты копанул. Лови лопату. В тебя прям кинул. Очень спасибо. Надеюсь, этой лопаты мне хватит на подольше. Да здесь, с одной стороны, может быть карьер. Кстати, слушай, давай потом сюда прям карьер где-нибудь дропнем рядом с Ну, домом. надо большую площадку для карьеры. Я не собираюсь супер-мега-проект выстраивать из этого А карьера. теперь нужно, Маленький а теперь лужайку. еловый лес мне нужен. Срочно нужен он мне. А мне срочно надо много булыжника. А-а-а!
кончилась кирка опять очередная. Не реалмитовая или? Не. Я ее пока, говорю, берегу, я пока каменные израсходовать хочу. У меня еще... Ага. Сколько, кстати, по-моему, она... Кстати, по... насколько я помню... Еще три каменных осталось. Реалмитовая кирка, кстати, насколько я помню, адский камень этот в аду ломает с такой же скоростью, как в креативном режиме что-либо ломается. А еще я не помню, есть какое-то зачарование на эту кирку. Она ломает 3 на 3. Очень, кстати, легко шахты копать какие-нибудь. Так, еще надо немного нарубить. На пол надо много ели мне. Ну ты, кстати, умеешь, если что, карьер ставить? А то что я... Нет, помню, я не знаю, не я ставил его тогда. Я помню, что не ты. Я вот самый пол, я тоже не помню. И с этим делать. Модом я сам никогда не играл. Так что не знаю, как его ставить. Будем первопроходцами, ё-моё. Изучать будем. Инструкции, блин. Инструкция. Сначала сломаем, потом прочитаем инструкцию, да? Сначала сломаем, потом инструкцию будем читать. Еще одно дерево и достаточно, наверное, будет, пока ели. Пока ели. Я тут пока себе небольшую ямку разрывать начал. Блужником. Если блужником и земельки накопал. Ты вот представляешь, да, как мы живем бедно, что у нас это пол из травы до сих пор. Да. Кошмар. Хотя это дом временный, я себе потом собираюсь какой-нибудь большой домик тоже где-то рядом отгрохать. Конечно, временный, но этот, наверное, останется. Для чего? Как база опорная, что ли? Ну, может быть. Типа того. Ну, склад у нас есть. А, я вот под ферму животных, я же это строю, здесь лужают. У меня есть идея, как сделать красивую ферму животных. Чтоб с едой просто не возникало у нас. Я второй этаж уже начинаю себе грохать. Молодец. Молодец. Так, у нас кости есть или нету костей? У меня нету. Я что-то скелетов я не убивал. Жалко. Вот костной муки было бы очень, кстати, сейчас бы. Да, кстати, согласен. Деревья вырастить бы быстрее. Парарам-пам-пам. Пока все четко идет у нас. Так, там ожидание пока там. Так, полублоки. Блин, слушай, а не взяли это? А на этой же версии, да, фонарики вроде добавили? Какие фонарики? Подвесные такие. Подвесные. Подвесные, не помню. Слушай, мне надо идти. Предлагаю на этом серию закончить. Так, ладно, сейчас быстренько докладываем эти доски. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ладно, на сегодня все. С вас Экос подписался. С меня эпичные видосы. Тут у Андрея дела. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И всем пока. Пока.